Певица Любовь Успенская жестко раскритиковала телеведущую Ксению Собчак, призвав людей 10 раз подумать, прежде чем идти к ней на ее шоу. Это произошло после того, как звезда приняла участие в выпуске, посвященном ее собственной семейной проблеме. Успенская осталась крайне разочарованной после эфира. Об этом она написала в своем Instagram. Успенская утверждает, что Собчак делала себе популярность на ее имени и семье. Она даже не попыталась разобраться в недавней громкой истории с дочерью звезды, 30-летней Татьяной Плаксиной. Певица заявила, что Собчак – это желтый журналист, который хочет в своей программе крови и зрелищ. Также Любовь Успенская подчеркнула, что к ней она изначально шла как мать к матери. С каких пор проблемы других людей становятся не поводом понять, поддержать, услышать, а причиной получить собственную выгоду, перекрутить обстоятельства до условий хайпа? Я не ждала, что Ксения Собчак компилирует мои слова в нечто способное развенчать общественный резонанс относительно событий, происходящих в моей семье. Но я была уверена, что у нее, по крайней мере, хватит мудрости и рассудка помочь остановить бесконечный поток негатива в адрес меня и моей дочери, пишет певица. По словам Успенской, Ксения Собчак превратилась в холодную, циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу, будто выглядывающую из того самого свадебного катафалка, в котором оставила свою душу. Собчак ни в какое сравнение не идет с Андреем Малаховым, который так много сделал, чтобы помочь мне в этой тяжелой ситуации. Было видно, что цель Андрея – искренняя помощь и сочувствие. Я очень благодарна Андрею и программе «Прямой эфир».